Всем привет, ребят, с вами Мистер Банка. Сегодня я записываю свой очередной видосик по нашей любимой игре. Сегодня будет небольшой видосик. Прокачаемся. Как всегда, у нас скидочки на МПК. Это уже вторые буквально за полмесяца, и меня это очень радует, что можно довольно-таки выгодно быстро прокачаться. Советую вам всем тоже, кто смотрит, прокачивайтесь. Потому что без МПК в этой игре вы ничего не сделаете. Ну что, начнем потихонечку. Я поставлю каждый модуль, который у меня еще не качан. И в принципе, на этом все. Там ничего такого особенного я сегодня не буду прокачивать. Чисто прокачки модулей. Небольшой слив и очень даже выгодный. Модули одни из самых полезных вещей в нашей игре, поэтому качайтесь, качайтесь. Без МПК вы ничего не сделаете. Самая выгодная прокачка модулей, так как качаю их я. Поэтому, если вы хотите как можно больше сэкономить, то... Ну, это получается очень долго, правда. Но самая эффективная прокачка. Большое количество модулей, просто ставишь по шагу, без ускорений. Экономия колоссальная. При этом... Тратишь не совсем, ну, не так много тратишь, больше получаешь. Вроде как все. Слил где-то пол лямчика. Пол лимона. Проверим еще. Все ли я поставил. Так, это есть. Половая. И уже через скидочку у меня будет 33. Не считая вот этих двух последних новых модулей. Мне очень даже это радует. Такой большой выбор есть. Под любой бой, считай. Большая работа была сделана, чтобы прокачать это все. Если вы так думаете, что это все так просто. Нет. Это очень тяжко. Поверьте мне. Ну, буду заканчивать свой видосик. Быстренько прокачался. Поставил все, что мне надо. Так что качайтесь, качайтесь. Всегда МПК вам пригодится. Не покупайте лишнего. Все будет у вас супер. Если вы не подписаны на нашу группу ВК, то подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. Если понравился видосик, ставьте лайкусик. Если не понравился, все равно ставьте лайкусик, мне будет приятно. Комментируйте, читаю, все читаю, будет очень приятно, если кто-то еще оставит что-то. Приходите на стримы, проходят почти каждый день, поддерживайте. Все, кто приходит, всем спасибо. Ну, я буду заканчивать, все, всем спасибо, всем пока.